Приходит однажды Вовочка к отцу и говорит: «Папа, я нашел себе невесту». «Ого, кто же это?» – отвечает отец. «Это Катя Иванова». «Так, погоди, сынок, ты не можешь жениться на Кате». «Почему это?» «Ну, знаешь, Вовочка, ты уже большой мальчик, я могу быть с тобой откровенным. Однажды по молодости я и Катина мама, ну ты понимаешь. Короче, Катя твоя сестра, ты не можешь на ней жениться». Вовочка весь в слезах бежит в свою комнату и плачет. Это видит мама и подходит к нему. «Что случилось, милый?» Он пересказывает все слова отца. «Да не переживай ты, Вовочка, ты сможешь смело жениться на Кате». «Как? Почему?» – отвечает мальчик. «Да потому что ты не сын своего отца».